Всем привет! Сегодня мы поделимся с вами рецептом очень вкусных лепешек наан для вас и ваших родных. Приготовьте мягкие вкусные лепешки наан вместе с нами, ведь это очень просто. В такие лепешки можно завернуть любую начинку, подать их к супу или салату, или просто есть вместе с чаем. Итак, в 1 кг муки кладем 1 столовую ложку соли, 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку дрожжей, пол чайной ложки пищевой соды. Перемешиваем. Наливаем 300 мл кефира. Добавляем 150 мл подсолнечного масла. Добавляем теплую воду и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 2 часа. Теперь разделяем тесто на небольшие кусочки. Раскатаем кусочки в небольшие шарики, затем каждый шарик раскатываем в лепешку. Делаем небольшие дырочки в лепешке. Хорошенько готовим лепешку с обеих сторон. Вот и все. Наши лепешки готовы. Лепешки наан получаются невероятно вкусными. Возьмите их с собой на природу или же приготовьте для семейного ужина. Такие лепешки можно кушать как самостоятельное блюдо, к примеру, просто с чаем, а можно подавать их к первым блюдам. Что ж, надеюсь, вам понравилось наше видео. Если так, то можете оценить его в комментариях. А мы желаем всем приятного аппетита и увидимся совсем скоро в следующем видео. Всем пока и до новых встреч!